Всем привет, дорогие друзья! Все больше и больше людей снимает видео на мобильные телефоны, на смартфоны. И зачастую люди сталкиваются с одной простой задачей. Как записать хорошо звук? При этом записать звук несложно, если у вас на телефоне есть выход под 3,5-миллиметровый джек. Но что делать, если его нет? Сейчас я покажу, с какими проблемами сталкиваются люди. И самое главное, покажу, как их решить. Эй, чеки! Для того, чтобы вам все было видно и понятно, я буду снимать на свой телефон и покажу вам, какое оборудование мы используем. Итак, ребят, самая главная проблема у нас заключается в чем? Если у вас iPhone 7, iPhone 8 или iPhone 10, то у вас, как я уже сказал, есть всего лишь один разъем. Но если вы хотите качественно снимать видео, ну прям хорошо снимать, то вам нужно использовать программу. Вот так выглядит программа ProMovie. И самое главное, что здесь через настройки мы можем полностью управлять звуком. То есть мы можем выбрать либо микрофон телефона, либо микрофон гарнитуры, что в данном случае у нас является радиосистемой Rode, и выбрать уровень звука, чтобы у нас не было перегрузок. Это очень и очень полезная функция. Также вы видите, что у нас много возможностей по выбору как разрешения, так и частот кадров, так и битрейта. То есть можем снимать с, ну вот обратите внимание, достаточно внушительным битрейтом. И вот в чем вопрос. Эти программы потребляют очень много энергии аккумулятора. То есть на стандартном приложении вы можете снимать видео достаточно долго. Но если вы запускаете такую программу, то все, конец. Короче, зарядки аккумулятора полного хватает примерно на 1 час съемки. Вот сейчас мы на вот этот вот телефон снимаем в 4К 60 кадров в секунду, это iPhone 8, у меня iPhone 7 снимает 4К 30 кадров в секунду, и аккумулятор сжирается просто сумасшедшими темпами. И мы стоим перед задачей, либо мы снимаем на телефон и подключаем к нему пауэрбанк, либо же, если мы хотим использовать качественный звук, мы должны подключать какой-то микрофон, например, радиосистему, как в моем случае, но тогда мы не можем запитывать аккумулятор, и нашего заряда хватит нам на час. И я сам долго с этим мучился, и в итоге я нашел на AliExpress то, что нам поможет. Итак, ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь. iPhone 8, ну я вам позже покажу, на какой версии прошивки он у нас работает. Я оставил все вот провода висеть для того, чтобы вам было видно. Разумеется, если вы постоянно снимаете таким образом, все это можно отличненько сложить, чтобы провода у вас не висели. Так вот, ребят, самым первым делом вам понадобится вот такой вот переходник Basius. Этот переходник позволяет нам в одно гнездо подключать нашу гарнитуру, а в другое гнездо подключать вашу зарядку или пауэрбанк. Теперь мы берем штатный переходник, который у нас есть в комплекте к любому айфону, и включаем его, соответственно, в разъем для гарнитуры. Далее мы берем вот такие вот обычные, такой вот обычный переходничок с 4-пинового джека на 2 3-пиновых джека, который один у нас, вот обратите внимание, нарисован микрофон, один у нас, соответственно, нарисованы наушники. И, ребят, когда вы будете покупать это на радиорынке там или на AliExpress, обязательно смотрите, чтобы вот именно был один для микрофона, один для наушников, потому что есть просто обычный разветвитель на две пары наушников, если вы, например, слушаете музыку там на уроках своих в школе или в институте, одно на двоих, так сказать. Теперь смотрите, в этот разъем, который у нас микрофон, я подключаю приемник радиосистемы Rode Link. Видите, да? А вот в этот я подключаю наушники для того, чтобы оператор мог хорошо мониторить звук. А в наш разъем для питания, что у нас, куда он идет? Задний кармашек, где у нас находится что? Пауэрбанк Xiaomi на 10 тысяч миллиампер, который позволит нам вести съемку, ну, скажем так, очень и очень долго. Чтобы вы не запутались, я все ссылочки на эти переходники, на эти гаджеты я оставлю в описании. Короче, вы не промахнетесь. Теперь давайте я покажу, каким образом работает вот этот вот наш крепеж. Да? Я уже рассказывал о нем и на сайте у себя публиковал. Возьми, пожалуйста, телефон за вот эти... Угу. Вытаскивай его.
Вот. Смотрите, ребят, вот это вот кронштейн от обычной селфи-палки. Я нашел такую селфи-палку на нашем радиорынке, но почему-то в интернете эта же селфи-палка продается с другим крепежом, более хлипким. Я всем рекомендую вот именно такой крепеж. Я нашел эту селфи-палку в одном там единственном магазине в России. В общем, по ссылочке в описании я вам ее оставлю. Потом я, соответственно, снял штатное крепление с приемника радиосистемы Rode и прикрепил ее болтами вот через такую металлическую дугу. Ее я изготовил самостоятельно. Ну, в общем, если у вас руки растут из правильного места, то, в принципе, вы можете это все сделать там за 30 минут, я думаю, не больше, просверлить все нужного диаметра. Ну, а здесь у нас от старой советской какой-то фототехники я использую вот такой переходник. То есть она просто откручивается. Вот. Вот вы видите, что здесь все как бы, ну, все предельно просто. И, соответственно, когда нам нужно, я ее устанавливаю. И также я могу устанавливать с помощью этого переходника ее там на штатив, на селфи-палку, на монопод, на что угодно. Вот так, друзья, как видите, абсолютно ничего сложного. Все, что вам нужно, это хорошо пользоваться поиском на Алиэкспрессе, читать отзывы тех людей, которые уже купили, или же иногда, если отзывов нет, ну, принимать решение самому. Я не знал и не был уверен, будет ли это устройство, этот переходник, работать с iPhone 8, потому что была заявлена поддержка только с iPhone 7. С десяточкой я его еще не проверял, к сожалению, мои друзья не настолько богаты, ни у кого не нашел десятки, я все это проверю, и вот посмотрите версию прошивки, соответственно, на моем телефоне, и теперь на iPhone 8. То есть вы видите, что это работает на разных iOS. На семерке у меня iOS 10, на iPhone 8 iOS 11. Не знаю, как будет это вести себя с другими прошивками, но думаю, проблем быть не должно. Вот такая история, друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте про мои соцсети. Ссылочки, как обычно, все будут в описании. Всем пока, до новых встреч. А мы сейчас пойдем обратно, выбрались в город. Походили тут уже часа 3. Сейчас пора уже идти к машине, потому что темнеет. Солнце заходит, а нам еще тут идти по горам. Главное не сбиться с маршрута. Но, ребят, отдыхайте по выходным. Мой вам совет. Пока!